Всем привет! Мы, как всегда, по своей дорожке. Вот они, с ума сходят. Ну, догоняйте ее все. Вот, спустились, сейчас пойдем вправо. Вон, дочка повела их. Все, все спустились, кроме мухи. Муха со мной. Вот она, вот она. Вот, отошла, теперь все хорошо с ней. Теперь немножко начинает играться, прыгать время от времени. Ну, еще не готовая она, в общем, как другие козлята, летать, там драться, задираться. Это она не готова. Она в основном с нами рядом гуляет. Сейчас побежала догонять, но, видите, все равно притормаживает. Да, муха? О, вот так отвечает. Да, догоняй, догоняй. О, они уже убежали все туда. Да, их уже и не видно даже. А я буду доходить до них. Мы сейчас полдороги еще тут пройдем. И потом уже козы будут спокойно гулять рядышком. А на полях не гуляем. Из-за того, что я, как я и говорила в предыдущих роликах, уже трава высохла. Здесь видите, сколько цветочков, травка. То, что здесь тень, прохладненько, хорошо. И вчера неожиданный дождик был, можно сказать, наполовину грибной, наполовину непонятно какой. Лил хорошо, прям минут так 10. И мы пока с дочкой шли, все промокли, обе, как цуцики. Пришли во второй дом, мокрые, с нас бежит. В общем, весело было. Хорошо, хоть у нас сейчас не холодно, не жарко. У нас до 30 градусов жары днем. Вот. Ты куда ушла? Идем. Они же прямо ушли. Пойдем. Пойдем. Муха. Мама. Оленький. Ох ты, какой он большой. Это перекати поле, что ли? Нет. А что это? А что это? Это куст засохший. Нет, так я же тебе говорю, это перекати поле. Видишь, какой он огромный? А, да. Да, это перекати поле называется. Смотрите, какой он огромный. Обалдеть. Такой красивый, тоненький. Классный, как шарик. Прям большой шарик. А я буду гулять дальше. Всем спасибо за просмотр. Ставим класс. Подписываемся на канал. И всем пока-пока.